Что, вот мы снова на рыбалке, да? В прошлый раз нам вообще хорошо подфартило. Расположились мы, остаемся на ночь. Вещей как будто на месяц. Рыбачить нам пока нельзя, карту мы купили только на завтрашний день. В 12 ночи можно будет закидывать. Вот такая Германия. Ну, это здесь так, на нашей земле. Ну, мы приехали на природу. Да, пока. Дышим воздухом, наслаждаемся красотой. А что потому красотой? Что дома это не то. Мы тут постоянно, тут уже почти каждый кусок. Но везет нам тут не часто. Даже чипсы дома неинтересно есть. Да. А вот здесь уточки плавают. Где-то наша Маша, которая ныряшка. Маша, да, Маша там пошла на разведку. Мы, кстати, уже я искупалась. Вода, конечно, в грязюке. Холодненькая. Но рыбка. Угу. Видно, ныряет. Дай бог. О, дай бог на крючок нам сядет. И будет. Червей накопала. Молодец, да. Червей у меня. Червей накопала. Купила, червяков. Сходила сама в магазин этих, как вот что там, печенки для на сама. Еще что-то купила. Почки, там все. Печенки. Почки. Ну, короче. Мозги легкие. Да. Это она сегодня была мозговой штурман, да. Чтобы это как все сама подготовила, я только в машину сложил и выложил, все. Белок готов, так что будем ждать удачной рыбалки. Как говорят немцы, Петри Хайль. Угу. Ну ладно, ждем ночи, ждем 12. О, лещ холодного копчения. Время 8, мы еще удочки не закидывали. Нам уже холодно, мы уже все укутались, мы лежим. Я в комнате, я в спальне. Твой домик еще не сделанный. Че? Твой домик еще не сделанный, говорю. Мы лежим и смотрим, пока давай поженимся. Рыбаки. Ну? Зато на воздухе, но это вообще бомба. Да. Комары такой уже нас. Прекрасный закат. Комары окружают. Ждем 12, а потом начнем закидывать. Ну. Комната обустроена. Да, все у нас готово к ночи. Плитка. Не, палатка. Палатку еще сделаем и все. Да, еще палатку сделаем. Ну ладно, будем сидеть пока дальше куковать. Время 4 утра. Мы. О, Лара. Доброе утро. Доброе утро. Никого нету. Вот какая у меня палатка, мой домик, в который я спала. Сейчас будем кофе пить. Да. За всю ночь были только летучие мыши, обычные мыши. И все, и больше никого. Романтика на полной, на полную силу. Подтянуться, растянуться, подышать. Зато выспались, да? Или температура как? 3 градуса. Все серьезно? Дымок идет. Да. Даже меньше, наверное. Ну, а теперь будем ждать рассвета. Да. Что делать?
лесе, ничего, сейчас посмотрим. Пошло. Ночь была никакой, но утро удачное. Ой, такой прикольный случай. Ну надо же, я все проспала. Ничего прикольного. Проспала. Нету. Я матерюсь еще до сих пор. Рыба была на крючке, короче говоря. И она пока была уже тут... на земле, она не только на крючке. Да, вот сачок и вот, вот, вот расстояние. Пока Сережа здесь отключился за камерой. Она себе взяла, спокойно вышла. Да, акцентирую. Вышла. Сняла плавниками крючок, вышла из сачка. Сняла плавниками крючок и... И пошла. Пошла себе обратно свою домой, семью. Да. Вот так вот бывает. И мы теперь не рыбы нахлебавшись. Ну что сделать? И так надо с этим смириться. Вот видите, какой у нас шатер. Прикольный. Ага. И вот так вот можно так распродавать что-нибудь. Продавать? Ставить. Надо, чтобы продавать, надо что-то наловить. Ну да. Ну, красивая природа. Ничего не скажешь. Царь трапезничать желает. Мой хороший, нажарил вот таких вот 4 отбивных. Да, лепил, пока ты спала, я лепил все руками. Тут действительно, сидел. Проголодались. Замерзли? Да, погода плюс 10 сейчас. Ну, обещаю 22. Посмотрим. Но пока вот в таком одеянии, тепленьком. Ходим. Такая вот мини-завтрак, скажем так. Мини-завтрак на природе. И вот это, не прошло и полгода. Это тот, которого это я тот? С утра упустил, наверное, падла. Дак. Не ругаемся. Это наша рыбка с нашими желаниями. Иди. Иди сюда. Время ее пришло. Смотри, смотри, какой гриб. Да, Всевышний подарил нам немножко радости. Подожди, сегодня. Тихо, я еще его на берег. У меня на берегу убежал, а я его еще не вытащил. Вот. Ну, чудесненький день был, конечно, немножко ветерок поднялся в конце. Ну, не страшно, не страшно. Можно это все протерпеть. Но наш календарь, конечно, показывал, да, реально, что сегодня такой будет уловчик на удачу. На одну рыбку. Ну, кто его знает, у нас еще время есть до 12. Если хотим вдвоем, значит, сила в два раза больше будет. Вот. И пошел процесс. Она клюет только на кукурузу. Сюда. Иди. Мой хороший, все. Я тебя взял нафиг и хрен отпущу. Так, вот, Сережа теперь у уже... У него брюхо какое-то раненое. Понял то, что это... Это не тот, не утрочный. А, это не я, слышь. Это этот, этот. Ну, возможно. Ну. Но в любом случае, да, это удача. Все. Это ты, удача. Ты не уйдешь от меня. Улов удался, можно сказать. Ну, сейчас еще будем. Молодец. Гуд гемахт. Сорвался? Да. Жалко. Так он все откусил уже. Там офигеть как тянуло. Поза зим? Ты видела, как это, как он ну. Тянуло? Сачок, сачок, сачок сзади. Куда? Кидай на пол. Я так инструктор такой, но... С моей кормушкой. С твоей?
Но я не знаю, я его очень не вижу. Ой, вон он бой. Вот он, вот он. Одна сорвалась с этой кормушкой, а теперь мы хотим, чтобы это она и пришла к нам с кормушкой. Нет, это не она. Ну ладно. Тихо, тихо. Никак, кого больше не отпущу, иди сюда. Тихо. Сзади, вот. Сзади, вот, где ты? Блядь. Тихо. Иди ко мне, моя хорошая. Разворот. Он так любит рыбу. Я не рыбу люблю, я люблю рыбалку. Давай, сила, сила, сила. Блядь. Назад. Назад. Да, вот. Ну, молодец. Но до этого мы сейчас только что, это было что-то. Ну да, съело. Сорвалась, наверное, ах, какая-то да. Хищная. Потому быстрее, что идет дальше, перекусила и кормушку. Так что, вот такая вот у нас красавица, очередная. Ну, молодец. И вот закат. Мы, в принципе, уже собрались домой, потому что завтра рабочий день. Ну, немножко повеселились, конечно. Получили удовольствие. И на этом завершаем. Удовольствие с рыбкой, это хорошо. Да. Ну, две, конечно, у нас ушли. Одна пошла прям с кормушкой, а второй, просто ушел. Просто ушел сам. Потому что земли его бросили на произвол судьбы и пошли ложить камеру, и он тут сам вышел из этого и ушел. Ну, мы об этом уже говорили. Ничего, станет нам память обо всем этом. В следующий раз, наверное, уже нам выходные мы собираемся путешествовать. Будет классное видео. Вот, сейчас приближается наша добыча. Вот что всегда бывает в дружбе. Один другому помогаем. Все? Все, на этом заканчиваем. Хорошо.